Страх – это ментальный шлак ваты. Мы привыкли думать о шлаках только как о чем-то материальном, но есть шлаки, которые мы не можем пощупать. Страх и тревожность – это ментальные шлаки ваты. Упиты свои шлаки, такие как озлобленность, агрессивность. И у капхи свои шлаки, такое заторможенность, депрессия, меня не трогай, я никого не буду трогать.